Как он сюда попал? Не лезь. Без нас разберутся. Есть кто живой? Профессор. Здравствуйте. А что происходит? Куда все подевались? Тихо. Сейчас. Что? Сейчас нас могут услышать. Артём, как ты сюда попал? Ну, как обычно, через бойлерную, 7-й подъезд. А что происходит? Ты жив. Они угрожали моей сестре. Ее хотели стереть, публично обвинив меня. Они сказали, у меня один выход — придумать вакцину от искусственной деменции. А что за эксперимент? У нас у всех не было тогда вакцины. И всем, кто участвовал, они стерли память. А где ваша сестра? Артём, умоляю, найди ее. Сестра в клинике. Уходи! Бегом! Подожди, стой! Что еще? Сейчас. Секунду. Ну где же он? Это ты должен принять сам. Что это? Это блокиратор. Антидот. Он может действовать 5 суток. Это они. Нужен. Господи, ну вот. Как всегда, с тобой проспала. Ой. Чего молчишь? Соня, вставай. Я не Соня, я Стас. Знаешь что, Стас? Вставай и вези меня на работу. Вставай. Ты же обещал. Я сломался. Да. Ну, не я сломался, машина сломалась. Как всегда, да. А я ее оставил в гараже. Ты знаешь, кто? Ты обманщик, трус. И слабак. Не слабак. Не слабак. Твой Разуваев меня убьет. Мой Разуваев тебя убьет. Если я опоздаю на работу. А ты точно опоздаешь. Точно. Пусти. В последнее время в городе увеличилось количество случаев частичной потери памяти у большого количества людей. Ученые пока не могут понять причины этого странного явления. Выдвигаются 2 противоположные гипотезы. Артём, быстрее, быстрее! Возьми трубу. Она чистая. Макс. Потом. Ага. Что происходит, да? Вы почему мне сразу не сообщили обо всем? Да ничего серьезного. Возникла небольшая проблема. Сбежал ученик Мерцалова. Кто этот ученик? Артём Синельников. Да, как он сбежал? Ему как-то удалось симулировать амнезию. Как он мог симулировать амнезию? Действие мерцатина необратимо. Ну, я думаю, что не сделал инъекцию. Был заговор. 12 часам мне нужна вся информация.
Фест, зачем мне позвонили на этот номер? Артём, вакцина у нас с тобой завтра будет? Что? Сыворотка будет завтра! Бегите, у вас осталось мало времени. Я не понял, мы встретимся? Скиньте все на флешку, я найду вас. Ну вот, этого мне еще не хватало. Даша? Какая я вам Даша, идиот? Подожди, ты что, не узнаешь меня? Я Артём. Привет. О, привет, Ань. Как дела? Хорошо. Ты что-то плохо выглядишь. Спасибо за комплимент. Что, опять тошнота и головные боли? Да. В последнее время еще и сплю плохо. Я же тебе говорила, не затягивай, иди к врачу. Слушай, ну я же не могу там сидеть каждый день. Анна, есть одно замечательное средство. Настоящий мужчина снимает все головные боли. Ну уж мне не до шуток. А я не шучу. Ну что, Макс? Слушай, где ты ее нашел? Похоже, она стертая. Открой файл, который я тебе прислал. Твоя Анна Смирнова не совсем Смирнова. Да, я знаю. Это Дарья Мерцалова. Не может быть, она же умерла. Выходит, что жива. Слушай, ты не ошибаешься? Нет. Осторожнее, Артем, они могут следить за ней. Попробую узнать еще что-то. Все, пока. Алло? Меня? Ань, у него просто нюх на тебя. Алло? Михаил Петрович, я уже здесь. Ну что? Свирепствует. Это муж скоро осезает. Ждет, когда ты упадешь перед ним на колени. Не дождется. Не забудьте позвонить Петрову. Да. Он будет ждать вашего звонка. Хорошо. Михаил Петрович, здравствуйте. Извините за опоздание. В чем дело, коллега? Что на этот раз вы поведаете миру? Были у врача? Подвернули каблук? Или, может быть, опять банальная головная боль? Все верно. У врача была головная боль, есть. Сбил с ног какой-то сумасшедший, но каблук цел. А я жду заключение по вчерашнему больному. Да-да, конечно. Сейчас. Сейчас. Ну что ж такое? Кажется, у меня проблема. Уже не смешно. Меня действительно сбил с ног сумасшедший. Сумка рассыпалась. А теперь я не могу найти свой коммуникатор. Там была вся информация и заключение по больному. Мило. Очень мило. Садись, пиши по памяти. Сейчас. Я должен что-то сказать родственникам этого больного. Послушайте. Дело в том, что у меня на домашнем компьютере должна быть информация. Я... Знаете что, давайте я сейчас поеду домой, постараюсь все собрать и пришлю вам по электронной почте. Мне кажется, так будет быстрее. Извините.
памятью о близких что-то очень важное и ценное ушло из души. Те, что рядом со мной, добры ко мне, я стараюсь не обидеть их, но они чужие для меня. Я одинок. Он здесь. Назад! Девушка, вы Анна Смирнова? Да. Уделите минутку вашего времени. Простите, а вы кто? Вы звонили по телефону 903-149-4190. А какое это имеет значение? Кто вы такой? С вашего телефона был звонок в 10:30. И что? Что вам от меня нужно? Кто звонил с вашего телефона в 10:30 утра? Дело в том, что... сегодня примерно в 10:15 меня с ног сбил какой-то сумасшедший. В результате этой милой встречи мой телефон исчез. Так что поищите у него, да, и когда найдете, не забудьте вернуть телефон мне. Простите, я спешу. Постойте, это он? Возможно. У вас большие неприятности. Вы столкнулись с опасным сумасшедшим. Теперь вы поняли? Есть вопросы? Господи, ужас какой. Зачем вы мне все это показываете? Мы серьезно опасаемся за вашу жизнь. И, наверное, он будет вас искать. Зачем? Это мы не знаем. Может, вы в его вкусе. В смысле? Он называл вас другим именем? Да, Даша. Это его почерк. Господи, ужас какой-то. Он что, может меня убить? Мы будем стараться вам помогать при условии, что вы будете держать нас в курсе всего происходящего. Как вы себе это представляете? Вы что, будете сутками караулить меня? Не переживайте. Мы скоро его схватим. Главное, не удивляйтесь, если в вашей жизни будут происходить странные события. Вы меня окончательно запутали. Ужасно соскучился. О, привет. Что случилось? Садись. Хорошо. Выпей.
Дорогая, ты немного не в себе? Сегодня у нас прощальный вечер. Да. Прощальный. Завтра я иду на охоту. На меня, как на жуца, будут ловить маньяков. Ну, прекрасно. Прекрасно. А каких именно маньяков? Обыкновенных. Я не шучу. А, я не сказала тебе. Сегодня утром на пешеходе, на пешеходном переходе, меня сшиб какой-то тип. Так? У меня сумка рассыпалась, все упало. А потом этот парень, маньяк. Да-да. Так на меня посмотрел, глаза безумные. Ужас, ужас. Скажи, а он хоть симпатичный был? Симпатичный. Представляешь? Назвал меня Дашкой. Как говоришь, он выглядел? Скажи мне, как он выглядел? Я хочу домой. Наконец-то. Макс, спасибо, что меня вытащил. Ну, о чем ты? Давай, проходи. Жалко профессора. Похоже, что его тоже накрыли. Давай. Это что же получается? Нас всех ждет стиральная машина? Надо поискать вакцину. Где? В лаборатории. Ты сошел с ума. Там же сейчас западня. А ты походи вокруг. Вовнутрь не заходи. Если будет чисто, спокойно, позвони мне. Я скоро подъеду. Что ты задумал? Я хочу связаться с Дашей. Какая Даша? Она уже Анна Смирнова. Мы просто потеряем время. Это не важно. А что важно? Да у нее же ничего к тебе не мелькнуло. Даже тень от прошлой жизни. Прости, я не хочу говорить об этом. Ну, конечно. Мне же этого не понять. Ты меня зачем вытащил? Чтобы мучить своими расспросами? Блокиратор скоро прекратит действие.
И вот тогда точно. Всем нам крышка. Мне нужен час. Максимум два. Знаешь, делай, что хочешь. Только имей в виду, второй раз я вряд ли тебе смогу помочь. Алло. Мне нужна Анна Смирнова. Я слушаю. Аня, я хочу вернуть ваш коммуникатор и... Это кто? Ну, я вас сбил на улице и потом... Много наслышано о тебе. Послушайте, мне нужен мой коммуникатор. У меня там очень ценная информация. Давайте завтра встретимся в кафе. Летнее, на Малой Дмитровской. Я умоляю, никому не говорить о нашей встрече. Вы в опасности. Я в курсе. Мне об этом уже говорили. Предупреждаю, при встрече держи себя в руках. Иначе жизнь в дурдоме тебе обеспечена. Ты меня понял, маньяк? Алло. Алло. Маньяк звонил? Угу. Маньяк. Да. Наш пациент гуляет по городу. У него что, в жилах течет другая кровь? Послушайте. Что нам еще от него ожидать? Послушайте, встреча с Мерцаловой. Просто случайность. Одна на миллион. Это не так очевидно. Следите за девкой, и вы увидите, что он явится к ней обязательно. И еще. Почему вы словом не обмолвились, что у этого аспиранта была сыворотка? Я прошу вас дать мне какое-то время исправить наши ошибки. Запомни, Карен, твои ошибки, а не наши. Спасибо. Вам просили передать. А где он? Ну, парень, который передал коммуникатор. Он вышел, как только вы вошли. Странно, а где он сидел? А он на балконе сидел. Еще что-нибудь? Спасибо. Алло? Аня, в следующий раз приходите одна. За вами следят. Откуда у нее телефон? Прослушка пока молчит. Мне нужно сказать вам нечто важное. Я вас найду. Они прослушают телефон официантов. Объект заявил, что найдет ее сам. Это он? Да. Что он хотел? Говорит, что я в опасности. Что еще? Вот, телефон вернул. Что за официант? Просто официант. Раздевали. Уходим. Поехали. Мне кажется, просил тебя сегодня. Не выходи из дома. Просил? Стас, что с тобой? Ты боишься? Дорогая моя, если я ничего не путаю... то именно тебя преследует маньяк, с которым ты спокойно сейчас говоришь по телефону. Да? Да я устал уже всего бояться.
ночных кошмаров, начальников на работе. Теперь вот маньяк этот. Я ищу у тебя поддержки, а ты? Что я? А ты истеришь как баба. Что, сумасшедший? Тьфу. Профессора. Кажется, он неадекватен. Что делать? Задержи его. А, хорошо. Это наша последняя надежда. Хорошо. Я еду. Макс. А? И где он? Стой, за ним хвост. Попробуем отбить, может? Одну минутку. Постойте, профессор. Вы меня слышите? Я Артем, ну вы посмотрите на меня. Вы меня узнаете? Вы слышите меня? Профессор. Профессор. Я надеюсь, ты сможешь разобраться в ситуации, которую сам создал. Вот, а иначе, к Мерцалой, мы примем очень жесткие меры. Между прочим, это по твоей просьбе мы не стали ее стирать. Вот Артем сбежал по вашей вине. И каким образом им удалось встретиться, я не знаю. Проблема не в этом. Проблема в том, что он наступает нам на пятки. Ну, если вы вдруг решили стереть меня и Мерцалова, то у вас, в общем, больше не будет шансов его поймать. У меня есть одно решение. Какое? Я уберу его сам. Каким образом? Он обязательно еще раз попытается увидеться с Анной. Это твой последний шанс. Откройте! А вы кто? Мы твоего жильца второй день ищем. О, боже мой! Он вот там, у нас виду такой нормальный. Скажи был. Спасибо, красотка, что жива осталась. Господи! Ушел! Добрый день. Уехала она, уехала. Давно уехала? Да недавно. Полчаса назад. Алло? Аня, пожалуйста, я умоляю, не бросай трубку. Я слушаю. Я понимаю, мне сейчас
доверие невозможно. Слушайте, но я умоляю вас, дайте мне еще один шанс поговорить с вами. Нет. В любом удобном для вас месте. Зачем вам это? Я представляю, что они обо мне наговорили. Кто они? Да те, кто идут за вами по пятам. А с кем она говорит? Я не слышу. Номер не определен. Она с кем-то встречалась? Вроде ни с кем. Послушайте, что вам нужно от меня? Тебя мучают головные боли. Это последствия мерцатина. Он у тебя в крови. А я знаю, как тебе помочь. Все остальное я объясню тебе при встрече. Спускайся в метро, я скоро буду. Может, вы объясните мне? Позже. Выходим. Да что происходит в конце концов? Я сейчас объясню. Идем. Да, да. Я тебе сейчас все расскажу, я отвечу на все твои вопросы. Только у меня будет одно условие. Никаких условий. Нет, оно несложное абсолютно. Просто дай мне договорить до конца. Я попробую. Вот, возьми визитку, пожалуйста. Зачем мне почта? Это не почта, это телефон моего друга. Он предупрежден, просто звони ему, если что. Я слушаю вас, говорите. Я просто не знаю, с чего начать. Начните с себя. Я Артём. А я Анна. Да никакая ты не Анна. Ты не Анна, ты Даша. Ты сестра моего учителя, профессора Мерцалова. У тебя две биографии, две. Одна до так называемого пожара, а вторая после, когда ты стала Анной Смирновой. Что? Что значит так называемого? Потому что пожара не было. Вас стерли. Вам всем стерли память. А твой брат жив. Я это знаю точно. Он жив, его можно найти. Даша, что с тобой? Вы понимаете, что вы какую-то чушь несете? Почему чушь? Сунули мне эту фотографию, думаете, я поверю в этот липовый фотомонтаж? Да. Здравствуйте. Что будем заказывать? Не нужно ничего. Нет, почему же? Один молочный коктейль. Ты его любила в детстве? Хорошо. Давай я тебе покажу еще фотографии, может быть, ты вспомнишь чего-нибудь? Вот посмотри. Посмотри, это твой брат. Видишь? Посмотри, да, да, это он. Интересно, где же он сейчас? Он продолжает работать. Над вакциной от искусственной амнезии. Бред какой-то. Ну почему бред? Значит так, вопросы я теперь буду задавать. Во-первых, откуда у вас эта фотография? Во-вторых, кто третий на этой фотографии? И в конце концов, что вам все-таки нужно от меня? Вот смотри, на этой фотографии я. Я вижу. Это твой брат. Брат. Ну, а третий, это не важно абсолютно. Третьего человека я прекрасно знаю, это Стас. А все остальное ваше больное воображение. Ты не можешь знать Стаса. Ты не можешь его помнить, его вытерли из твоей памяти, как и всех остальных. Этого не может быть. Не звони мне больше, идиот.
Надо вести этого придурка в центр. А что скажет Карен? Мне уже надоел твой Карен. Мы все обыскали. Нигде ничего нет. Плохо искали. Если все это всплывет, нас уничтожат. У тебя остаются сутки. Я должен знать, как близко они подошли к созданию сыворотки. Угу. Девушка, вы не могли бы проверить заказ? Да, хорошо. Да, ваш заказ есть? Да. Но, к сожалению, компоненты задерживаются на 5 дней. Да, спасибо. Что-нибудь еще? Извините. Привет. Привет. Представляешь, а мне показалось, что ты меня избегаешь. У нас же все хорошо, правда? Все просто замечательно. Стас, а кто это с тобой на этой фотографии? Это моя бурная, прекрасная молодость. Смотри, это наш профессор Мерцалов. Это твой покорный слуга. А это? А это Артём. Артём? Угу. Артём? Странно. Очень странно. Дело в том, что... Артём, это и есть тот маньяк, который сбил меня на перекрестке. Маньяк? Да. Ну, нет, ну, Артём, конечно, тип со странностями. Но что, маньяк, не, явный перебор. А где он, что с ним? А он говорит, что не знает себя, что это случайный снимок с неизвестным ему типом. Вред. А зачем ему это? Может, из задашки? У нас с ним в институте даже была такая присказка общая. Была Даша ваша, стала наша. Даша? Да, да, Дашка Мерцалова. Он был в нее сильно, сильно влюблен. А я за ней тоже ухлёстывал. Ну и как, успешно? Я был, не бью в курсе.
А кто нравился ей? А об этом никто уже никогда не узнает. Дашка погибла. Господи, по-моему, я с ума схожу. Ладно, что? Что такое? Ну, что такое? А дело в том, что я видела эту Дашу. Где? В зеркале. Я хочу понять, какая из них настоящая. Вот посмотрите, они на экране. Вот и вот. Не видите разницы? Да нет. Ну как, посмотрите. Свет и тень в разные стороны. И сюда посмотрите. Вы ошибаетесь. Алло. Артём. А, что-то случилось? В это невозможно поверить, но все, что вы говорили, похоже на правду. Мы можем встретиться? Ты где сейчас? Я нахожусь на... Цветочной, 48. Пожалуйста, никуда не ходи сейчас, я к тебе подойду. И не звони никому, тебя могут засечь. Хорошо, я буду вас ждать. Куда ты меня тащишь? Потом. Постой здесь. Привет, братан. У тебя есть три мобильных телефона бэушных и три сим-карты? Да, есть. Сколько? 3000. Сейчас. Держи. А сим-карта внутри? Есть, внутри. Спасибо, брат. Я тебе сейчас все объясню, пойдем. Они нас контролируют через мобильные телефоны. Выключи свой и вытащи батарейку. Пожалуйста. Вот здесь вот, возле поворота, да. А куда мы приехали? На кладбище. Идем? Я туда не пойду. Я понимаю, вы думаете, что я... маньяк. Предлагаю связать мне руки. Водитель, помогите ей связать мне руки, а то она боится идти на кладбище с маньяком. А кто здесь маньяк? Я. Да вы что в самом деле, издеваетесь, что ли? Пожалуйста, пойдемте с нами, вы просто постоите рядом. Сейчас я вас высажу. И назад пойдете пешком. У вас устроит трещотчика. Только деньги вперед. Вот, пожалуйста. Идем.
Идите сюда. По-моему, я нашел то, что вы искали. Случай необратимой амнезии. Вы можете это как-то прокомментировать? Ну, тут могут быть разные аспекты. Это социальные аспекты, стрессы современного мегаполиса, побочные эффекты генных технологий, в конце концов, экология. Это все естественные факторы, а вы не предполагаете искусственного вмешательства? Науке ничего об этом не известно. Во всяком случае, я... ничего подобного не встречал. Я так соскучился. Я столько раз тебе звонил. Я видел сегодня свою могилу. Кто тебе показал? Артём. Что ты мне на это скажешь? Я тебя слушаю, говори. Скажи мне. Все, что я сделал ради тебя. Ради нас с тобой. Мы очень хорошо жили, правда. Дружно, хорошо. Ты меня очень любила. Очень. А я тебя. Очень. Дальше. А дальше в наш отдел пришел Артём. Все изменилось. А мой брат? В чем был виноват он? Я не причастен к стиранию твоего брата. Я... я надеялся, что... что когда я тебя затру... ты сможешь меня полюбить. Мне кажется, ты потерял свой последний шанс. На твоем месте я бы начала жить заново. Уходи отсюда, слышишь? Уходи. Ты что, опять хочешь терять меня? Ты же хочешь жить правильно. Они же иначе убьют тебя. Не смей. Не смей этого делать, слышишь? Единственное, что я могу тебе пообещать. Не подходи ко мне. Это то, что когда ты проснешься, я буду рядом. Пожалуйста. Привет, дружок. Тебе говорили, что чужой брать нехорошо? Что ты здесь делаешь? Убьешь? Меня? Да, да, да. Угадал, да.
Где же тут у него? Звонит. Ему уже не поможешь. А тут находиться небезопасно. Уходим. Давай, 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 давай. Давай, давай, все. Пошли. Прощай, я ухожу. Ну что не так? Куда ты уходишь? Подожди, ну, Даша. Ну. Прости, я не готова сейчас изменить свою жизнь. Я не герой, я обычная женщина. И мне очень страшно возвращаться в то прошлое, о котором я совершенно ничего не помню. Прости. Подожди. Ты понимаешь, что мы переступили черту? Они нас не оставят в покое. Ты в опасности, ты понимаешь это? Пусти. Не уходи! Разыскивается особо опасный преступник. Мужчина средних лет, рост 1,87 м, глаза карие. Особых примет не имеет. Всем гражданам, имеющим какую-либо информацию о его местонахождении, просьба сообщить по следующим телефонам. Ну, чистая работа. Теперь ему будет гораздо тяжелее скрываться. Карин, а что нам делать с Мерцаловой? Глаз с нее не спускать. Может, нам поселиться у нее? Плохая идея. Привет. Что за пожар? Посмотри видеообращение Смирновой. Что-нибудь опять про амнезию? Напрасно иронизируешь. Ты послушай. Она тут много чего наговорила. Про тайную организацию, которая стирает память неугодным. Тут она говорит, это похоже на новую форму терроризма. А по-моему, бред говорит, что готовится региональный или глобальный коллапс. Как тебе? Медицина в политике. Или политика в медицине? Мне кажется, что все это напоминает фантастику. Ну, ты мне скинь ссылочку. Я так-так и на досуге посмотрю. Как ты думаешь, откуда такие фантазии у стажера-психиатра? Ты это кому-нибудь еще показывал? Что с тобой, Стас? Успокойся. Смирнова сумасшедшая, и ты это знаешь лучше меня. И, кстати, Разуваев решил вернуть ее обратно в центр. Долечить. Да давай, идите. Можно? А, Стас, пройди, сядь. Стас, скажи на милость, давно ты знаешь эту Смирнову? Сегодня мне показалось, что не я, а она мой начальник. Вы не обращайте внимания. У нее просто есть некоторые проблемы со здоровьем. Говори точнее. С психикой. Угу. Ну, в некотором роде. Здесь не санаторий. Но вы же не собираетесь ее уволить, правда? Собираюсь. Плюс к вышесказанному, ваш роман как бельмо у всех на виду. Это, понимаете, я просто очень хорошо знал ее отца, ее семью. Я просто обязан помочь ей вернуться к нормальной жизни. А я никому и ничем не обязан. И не верю тебе и в твое благородство.
Во что же вы верите? Я врач. И верю только в то, что вижу своими глазами. Алло. Аня, я не ожидал, что ты так используешь материал Мерцалова. Зачем ты опубликовал эту статью в интернете? Они уничтожат тебя и все. Пока что они только с работы меня уволили. Считают меня сумасшедшей. Ты понимаешь, они обрубают концы. Тебе нельзя оставаться в доме, они сотрут тебя и все. Ты слышишь меня? Ты жди меня там, где мы расстались. Хорошо. Назад! Только не надо делать из нас монстров! Ты вообще не представляешь себе, сколько преступников мы превратили в добропорядочных людей. Если хочешь знать, мы санитары этого несовершенного мира. Мой брат не был преступником. Да. Более того, он был моим другом. Хорошим другом. Но он играл не по правилам. Он нарушил договоренности. Он сам подписал себе приговор. Мне очень жаль. Я ничего не мог сделать. А чего вы от меня хотите? Я хочу, наконец, встретить Синельникова. Что я могу сделать? Тебе даже делать ничего не надо. Просто надо находиться здесь, в квартире, и ждать, когда он придет. А если он не появится? Это в твоих интересах, чтобы он появился как можно скорее. Это угроза? Покажите. У тебя есть шанс вернуть дочь. Не знаю. У меня будет одно условие. Какое? Я хочу видеть свою дочь. Это очень сложно. Дело в том, что ты мертва для своей дочери. Это мое единственное условие. Артем, как ты? Тебе лучше? Кажется, я нашел Стогова. Только я не понял, стерт он или нет. Стогов работал с Мерцаловым, так? Так. Возможно, он не стерт. Угу. Мы сыворотку сами не сделаем. Идем к Стогову. Идем. Алло, Аня? Ты знал, что у меня есть дочь? Как ты не узнала? Неважно. Ты знал, что у меня есть дочь. Я не мог тебе сказать всю правду. Почему ты меня
Почему ты мне не сказал? Ты бы мне не поверила. Ты и так считала, что я псих. Чего ты молчишь? Ты хочешь сказать, что кто-то из вас двоих отец моего ребенка? Скрываешь, чего послушай, я боюсь только за тебя. Постарайся не делать глупости. Они не дадут тебе кто? Дочь. Послушай, кто ты слышишь меня, Анна? Кто алло! Кто? Дай сюда! Дай сюда телефон! Засекли? Берите его! Будешь? Ага. Павел Григорьевич, вы меня помните? Я ученик Мерцалова. Да, помню. Как он поживает? Давно ничего не слышал. Простите, но мне нужно с вами поговорить. Конфиденциально. Хорошо. Идемте в кафе. Кафе рядом. Вас устроит? Да. Это то, над чем мы работали. Паразит. Здесь очень-очень важное и большое открытие. Вам плохо? Нет-нет, сейчас. Сейчас пройдет. Послушайте, дайте мне мой телефон, и я пиццу себе закажу. Можно использовать домашний. Хорошо. Сумку дайте. У меня там визитка. Это почта, а не пиццерия. Почта находится возле пиццерии. На почте работает мой парень знакомый. Иногда он разносит пиццу. Подрабатывает. На, звони. Но только включи громкую связь. Алло, Анатолий? Почта, отдел доставки, слушаю. Анатолий, здравствуйте. Это Аня из 34-й квартиры. Ага. Я заболела. А? Сижу дома и никуда не могу выйти. Ага. Вы не могли бы мне пиццу принести из морепродуктов? И нам тоже. Большую пиццу из морепродуктов. А я потом расплачусь. Я буду через полчаса. Хорошо, спасибо. Жду. Я считаю, что девочку пора стелить. Эта девочка у меня. И она точно будет молчать. Она лишний свидетель. Ее стереть несложно. Она девочка
Девочка в детском доме. Но если мы это сделаем, то шансы ликвидировать Артема будут минимальны. Здравствуйте. Пиццу заказывали? Заказывали. Сколько? Пожалуйста, чек. Возьмите, сдачи не надо. Я с голоду умираю, крохобор. Артем, они у него дома. Записка вот. Они держат меня в заложниках, ждут тебя, Аня. Что делать будем? Если ждут, они обязательно дождутся. Идем. Идем, идем, идем. Что вы думаете по поводу вашей пациентки Анны Смирновой? К сожалению, она перенесла очень серьезную психологическую травму. У нее при пожаре погибли родители. Большое вам спасибо. Алло. Вы все еще там? Что вы там делаете? Как что? Быстро сматывайте, вас окружают. Нас окружают. Анна, быстро на улицу, пока я не передумал. Что будем делать? Уходим через балкон. Девушка, из какой квартиры? Я была в гостях. Быстро на выход! До объяснений. Приходил почтальон. Пиццу доставил. Какую пиццу? Из морепродуктов. Мне нужен немедленно телефон, по которому она звонила, и адрес этого почтальона. Найдем. Не, все нормально, нормально, нормально все. Просто блокиратор рассчитан на 5 дней, сейчас 5-й. Может, еще хватит на сутки. А что можно сделать? Вон, смотри. Стас? А что он здесь делает? Ловко он нас провел. Сейчас он числится ее отцом. Моей дочери? Нашей. Нашей с тобой дочери. Значит, ты мой муж.
Покажите ваши документы. Они у нас в машине. Выходите отсюда, иначе я сейчас вызову охрану. Иди, иди, иди. Мама, иди ко мне. Папа, не уходите, пойдем, зайка, пойдем. Мама, уходите отсюда. Все, 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 уходим. Пойдем, 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 поиграем. Давай. Пойдем. Подожди, подожди. Не надо плакать. Слышишь? Ужасно. Послушай, послушай. Она будет с нами. Она будет с нами. Мы добьемся. Нет, ты не понимаешь. Когда она подошла ко мне... Когда она ко мне подошла, обняла меня, я не почувствовала, что это моя дочь. Я ничего не почувствовала. Она мне чужая, понимаешь? Она мне чужая. Успокойся, успокойся. Все будет хорошо. Успокойся, успокойся. Все будет хорошо. Ужасно. Мы будем вместе. Будем жить счастливы. Ну что, ну что, ну что? Ты полюбишь ее? Я не знаю. Поверь мне. Я не знаю. Ты слышишь меня? Я не знаю. Посмотри на меня. Я люблю тебя. Все теряет смысл. Держись. Прошу тебя, держись. Мы достанем сыворотку, тебе станет легче. Артем, мы должны вернуть дочь. Я сделал все, что смог. У меня начинаются провалы в памяти, я не помню, что было вчера, ты понимаешь? Артем, пожалуйста, не паникуй. У меня без тебя ничего не получится. Давайте дождемся вакцины с фармостата, и будем тогда действовать. Господи, сколько еще ждать? Я неделю, не знаю. День, год, месяц, сколько еще ждать? Я не знаю, я не знаю. Нельзя вот так вот просто сидеть и ждать. Конечно, время работает против. Этот Карин убийца, его надо уничтожить, вот и все. Ты знаешь как? Не знаю. И я не знаю. Все, я не могу больше здесь сидеть. Мне надо пройтись. Макс, Артем отключился. Мне кажется, все, что он задумал, это...
авантюра. Нам просто нужно ждать сыворотку, иначе нас всех сотрут. Алло. Наконец, мы заждались уже. У меня есть к тебе предложение. Какое? Я даю тебе партию сыворотки, а ты возвращаешь мне ребенка. А сыворотки не существует. Все материалы лаборатории у меня. Ты ошибаешься, сыворотка есть. Ну а как я смогу в этом убедиться? Ты можешь проверить ее. На мне. Заманчиво. Где она? В лаборатории профессора Мерцалова. Пойдемте. Это здесь. Мы пришли. Ну и где сыворотка? А где моя дочь? Приведите дочь. Веди. Мама, мамочка. Доченька моя. Хорошая моя. Где сыворотка? Она там, в бидоне. Возьми. Все хорошо. Не бойся. Ну, наконец-то. Ну что, мы можем идти? Ну, да. Только мне надо попробовать. Правда? Не волнуйся так. Я же буду не на тебе пробовать. На девочке. Мама! Мама! Не смей. Мамочка! Колите мамочка, давайте! Давайте, без надо упала, нет, мама! Нет! Не трогайте держите мою девочку. Дочь! Мама! Кали! Кали ее! Пустите меня! Кали! Да. Отпустите меня! Отпусти ее! Отпустите! Катенька! Назад! Ты что, с ума сошел? Ты понимаешь, какие силы за мной стоят? Назад! С вами все в порядке? Уходите! Нет. Пошла вон! Что с тобой? Ты что, вообще? Ты думаешь, сорвешь нам операцию? Вон! Я люблю тебя! Вон! Прощай. Ты на что надеешься? На что надеешься? Давай договоримся. Давай договоримся. С тобой невозможно договориться. Я знаю, к чему приводят переговоры с тобой. Ну, давай. А сейчас ты узнаешь, что чувствовали стёртые тобой. Михаил Петрович, подождите. Нам посылка с того света. В смысле? Пробная партия антимерцатина. Значит, они сделали это. Кто они? Я имею в виду Мерцалова. Ну да, Мерцалова. Откуда посылка? Из фармостата. Заказ был сделан по интернету. Как я сразу не догадался об этом.
сколько его? Еще 5 флаконов. В процедурной. Хорошо. Садись, я тебя подвезу. Угу. Никто о посылке больше не знает, кроме тебя? Нет. Михаил Петрович, вам что, плохо? Да нет, мне хорошо. Разворачивай в клинику. Кушай, моя девочка, кушай. Мама, кто-то к нам в гости. Иди сюда, быстро. Едет, мама. Быстрее. Тихо. Даша, открой, а? Даш, я знаю, что ты здесь. Что тебе нужно? Даша, выходи, пожалуйста. Даша. Ты один? Один. Не бойся, я сейчас. Я один. Сейчас я спать дочку ложу, сейчас. Как ты себя чувствуешь, боец? Что вам угодно? У меня несколько вопросов, которые я должен выяснить с тобой. Я не верю в идеалы спасения человечества своим собственным потоком жизни. Но и то, как ты живешь, это полный идиотизм. Посмотри вокруг.
Никто ни во что не верит. А моя вера, как и любая, не требует доказательств. Ты фанатик. Нет, я счастливый человек. Я не хотел бы свою жизнь прожить иначе. У меня к тебе джентльменское соглашение. Ты мне даешь все. Все данные по сыворотке. А я помогаю осуществить тебе твое человеческое счастье. Это очень заманчивое предложение. Но оно идет вразрез с моим представлением о чести и справедливости. Думаю, у тебя нет другого выхода. Подумай хорошенько. Ты обязательно вспомнишь, как мы сидели в кафе, а я сделал тебе предложение. Ты смеялась, а потом обещала родить мне сына. И обманула. Родила мне дочь. С первого взгляда. Может, это был невроз? А может, любовь? Может быть. Смотри, какие пальмы. Доброе утро, профессор. Доброе утро. Доброе утро. Как ваши дела? Хорошо все, спасибо. Хорошо все. Вы принимали таблетки сегодня? Да. Я вот только не помню, какие я пью, красные или синие? Олежек, красные. Красные. Уважаемые пациенты, просьба пройти на завтрак. Извините, мы на завтрак опаздываем. Да-да, идите. Не задерживайся, Олежек. Хорошо, Ирочка. Всего Ира, доброго. Я догоню. Олечка, пойдем. Ире помогли желтые. Не уверен, что другие спасли бы ее. А мне нравятся красные. А давно вы пользуетесь ими? Два дня. Мило. Ну, как себя чувствует? Мне стали сниться сны. Вот это прочтите.